По информации госавтоинспекции, с начала 2015 года на территории Артемовского городского округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 4 человека погибли и 5 получили травмы различной степени тяжести. Аварии с погибшими произошли в темное время суток. Все пешеходы, мужчины, передвигались без световозвращающих элементов. Так, в последних числах уходящего года на втором километре автодороги Артемовский-Буланаж через Красный Ключ произошло дорожно-транспортное происшествие с пешеходом 1961 года рождения, который двигался со стороны поселка Буланаж в сторону города Артемовский посередине проезжей части, навстречу идущему транспорту. Со стороны города Артемовский, в сторону села поселка Буланаж, двигался автомобиль «Шевроле Ланос». Со стороны поселка Буланаж, в сторону города Артемовский, двигался пешеход посередине проезжей части дороги. При приближении автомобиля, значит, пешеход остановился и бросился под колеса автомобиля. Водитель предпринял меры уйти от пешехода в сторону, вправо, и нажал на тормоза, в результате чего допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП. Со слов водителя, пешеход как будто бросился под колеса автомобиля намеренно, чего он совсем не ожидал, так как мог проехать справа от пешехода. Ровно посередине дороги. Вот по центру шел. Проехала вот встречная, я еду. Встречная уже проехала. Я еду. Ну, буквально сколько? Это вот. Ну, встречная вот так вот. Уже проехала 200 метров. Мы едем. Он идет посередине, вот так вот идет. Потом вот так вот раз. И прямо перед нами. Пам, вот так бревно. Прямо перед нами. Материалы по факту данного дорожно-транспортного происшествия с погибшим переданы в следствие. Уважаемые пешеходы, убедительная просьба. В ночное время при передвижении в ненаселенном пункте, даже в населенном пункте, иметь на одежде, на верхней одежде, светоотражающие элементы для безопасности своей жизни. Госавтоинспекция города Артемовского, обращаясь к жителям округа, просит сообщать в дежурную часть полиции о пешеходах, движущихся по дороге в неадекватном состоянии, в целях недопущения аварий с их участием и сохранения их жизни и здоровья, а также напоминает о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток для обозначения себя в качестве пешехода. По информации сотрудников ГИБДД, с 1 июля выявлено 18 пешеходов, передвигающихся в темное время суток в ненаселенных пунктах без световозвращателей. Им придется заплатить административный штраф в размере 500 рублей.